Всем привет, вы на канале Никита, видео выходят каждый день, я, кстати, это напоминаю. Также со мной можно общаться, тоже плюс. А то, прикиньте, когда я стану популярным, вряд ли. Буду такой ЧСВ, не буду. Хотя, блин, многие так говорили. Что про себя могу сказать, хз. Так, продолжить нормальный режим. Вот. Что ж, что нового в игре? Я дошел до первого босса, я его прошел. В общем, один раз. Немножко приоткрыли мы тут лута. Ну, хз, еще тут нового. Хочу попробовать побегать с щитом. Вот. Так, напалмовый меч. Медленный такой. Ага. Будем пробовать, короче, контратаковать, или как это называется? Ага. А, подожди. О, парирование, во. Эту дверь должна открываться откуда-то еще. Не знаю, правда, где можно использовать парирование. Не очень понял. Тут лучше кувырки. Блин. Блин, парирование норм тема, потому что можно качать зеленую ветку, и будет больше хп. Но, правда, мы ничего не наносим, это чисто вот парировать, чтобы... Так. Ага. Лежали. Хавчик. Это у нас замораживающее. Так, я целую минуту проторчал в самом начале, жесть. Подожди, а как туда попасть? Хорош. Блин, ну кстати, с щитом. Блин, как туда попасть? С щитом у меня меньше дэмэджа получаю. Можешь просто таскать с собой щит. Один хрен дальним оружием, я почти не бью. Подожди, а как туда попасть? Как туда попасть? Только через большой прыжок. Один раз я подбирал какую-то тему, где у меня было 4 прыжка. А, о, найс. Не туда. Не туда. Хорошо, что хотя бы тут дэмэдж. Плюс 15 урона на зеленых предметах. Но щитом я... А, ну бомбы еще больше наносят. Плюс хп 70. Ну тут 65. Так что тоже до хрена. В принципе, вначале лучше его взять. Потому что это еще плюс дэмэдж. Короче, надо еще раз посчитать. Удерживайте, чтобы частично поглотить урон. Нажмите, чтобы попытаться парировать удар. Поглотите весь урон. А-а-а, вот как это работает. То есть так это, а это парирование. Понял. Шо, парируем. Вообще прикольно парировать. Но не супер эффективно. По сравнению с обычными атаками, которые быстрые и уклоняться проще. Ну, может, это в начале. Ой-ой. Ой-ой. А, все, да. Угу. Короче, берем меч, таскаем с собой щит. Потому что, как я понял, немножко брони он дает. Или нет? Я не бегал с мечом. Ой, с щитом. Проще, наверное, даже если больше дэмэджа, ДПС. Это как бы пофиг. Лучше кувыркаться, уворачиваться. И искать просто бомбочки. Ой, самую бесполезную хрень дали. Можно переиграть? Перезапустить? Я надеюсь, это не с самого начала. Прикиньте, это самое начало сейчас кинет, и надо будет все заново проходить. Открывать это все нет, надеюсь, нет. Надеюсь, это просто перезапускает. Да, все нормально.
Потому что нога вообще отстой. О, вот это, мачете и револьвер. Сильно. Попробуем, короче, максить красное и синее. Или какой-то цвет вообще фиолетовый. Будем, короче, максить красное и фиолетовое без зеленого. Посмотрим, что будет. Дэмэдж-то сильный. Ой-ой. Так, это что делает у нас? Развитие облоб склянку, нанесите себе небольшой урон. А для чего это? Можно это выкинуть? Нахрена это надо вообще? Нема. Ну блин, я хотел не получать дэмэдж, а его получил в два раза больше. Ну давайте чекнем. Это просто минус хп? Это просто получаешь 5 хп? Ой, 5 дэмэджа? Блин, мачете сильно. Ах ты тварь. То есть так ты можешь, да, кидать? Ладно, на самом деле надо выход искать. Надо искать выход. Ну, за 30 секунд я вряд ли успею. Если прям бежать куда-то. А вот эта еще штука нужна. А, пофиг. Просто зачистим все. На фиолетовых плюс 65 ОЗ лучше. У нас, кстати, теперь 3 склянки. То есть можно хп восстанавливать целых 3 раза. Что, выход? Бля, тупик. Такое я не люблю. Но я всегда бегал через... Блин, не помню, как это локация. Короче, не через канализацию. Вот через другую локацию. Через канализацию сложно. Не всех станет. Блин. Был бы просто вампиризм какой-нибудь, было бы лучше. Блин, не успел. 15 секунд. Попробуем зачистить все ядовитые источные канавы. Чё? Короче, все это зачистить попробуем. Да ё-мо. Падай. О, почти заевейтил. Так. Ну куда тут не жалко. Штурмовой щит вообще выглядит классно. Блокирует атаки при продвижении вперед. Вы можете блокировать ненужный предмет. Короче, вот это надо чекнуть, потому что он красный и зеленый. Так, тут у нас кузнечело. Можно улучшить до качества плюс. Ой, этот до качества плюс. Ну, бабки есть, бабки не проблема. В чем вот это? Разбить об голову склянку себе небольшой урон. В чем прикол? Не понимаю. Так, перековать модификаторы. Выпускает стрелу перед вами. Бросает гранату. 40 урона, если враг горит. Бросает гранату. Плюс 3 к боеприпасам. Кстати, вот это норм. Выпускает стрелу вверх. Херня. Плюс 40 урона целям, поражен электричеством. Ну, тоже херня. Так, это что такое? Сложно представить, как таким инструментом можно перековать гранату или лук. Халтура, а не геймдизайн. А что это такое? Так... Тут я как понял, некромантия восстанавливает после убийства врага. А, ну вот это норм тема. Восстанавливает 2% УЗ после парирования атаки ближнего боя. Вот это если щитом бегать. Успешное парирование ускоряет перезарядку навыков. Связка из атаки и успешного парирования удара наносит плюс 200... такое. Некромантию, го.
Блин, ядовитые источные канавы, это супер херня вообще. А не лока. Мерзкая. Ну, как у меня в большинстве играх, ненавижу игры с канализацией. Точнее, не игры с канализацией, а локации в играх. Канализации, болото и вот все такое. Потому что ты там, как правило, всегда в один, ну, в каких-то играх. Пошел вон. Так, это какой-то секретный проход. Очень секретно. Жалко, тут нет, ну, тут мало секреток, чё-то. Очень мало. Ну, спешить некуда, на самом деле. Первого босса мы точно изи убиваем. Как бы... Ой. Ого. В воздухе можно перекатиться. Вот восстанавливали хп бы за перекаты. Успешные перекаты. Крысы, жесть. Это мерзость. Царили мерзость. Я вообще... лучше, короче, чекать всю локу, потому что нужно искать бафы. О, кебаб. Изи-хилка. Нужно искать бафы, чтобы прокачиваться. Во, вот эти свитки. Фиолетовое поставить можно. Да, го. На фиолеточек будем. Это какая-то херня. А, эту летающую гранату можно херануть, понял. Я тогда она не взорвется. Блин, классное оружие. Это что? Ой, элитный чел. Вы видели, сколько дэмэджа эта оружка наносит? Амулет с топазом. При уклонении появляется бомба. Удары сверху вниз разливают по земле напалм. Это я только с этим, что ли, могу таскать? С холлоунайтовским клинком? Бля, чё так быстро? Тут еще не сразу поймешь, куда можно. Там вниз можно было. Что это? Куча трупов. Трупная жидкость стекает прямо в водостоке. Наверное, этим теперь заражена вся система водоснабжения. Но, может быть, вода была заражена до того, как я появился. Первые больные. Чё, как, блядь? Все, читать разучился. Хм. Что было сначала, курица или яйцо? Блядь. Дэмэдж. Ну, не очень интересно, понятно. О, какая кайфная пушка. У, тварь. Что, здесь ничего нет? А, кстати, когда я приземляюсь... Уа! Это дэмэдж. Срыли дэмэдж. Надо склянку поменять на нормальную, на гранатку. Чё, где свитки еще? Ну, плюс 1000. Воу. Ну, до той штуки я так не доберусь, да? О-хо-хо, что это вообще? Кровавый меч. 3. Блин, чё так мало дэмэджа? 187. Вызывает кровотечение. Восстанавливает за каждую атаку. Чё, 1% кровотечения здоровья восстанавливается за каждую атаку ближнего боя. Плюс 100 к полученному урону.
Хз, херня какая-то. Супер херня. Возможно. Вот так на первый взгляд выглядит, ну, так себе. Ой-ой. Новый костюмчик. Костюм камикадзе. Ту-ду-ту-ту-ду. Оу. Ну, 3 атаки минимум надо нанести. Так, щелкунчик. Капкан супер херня. Щелкунчик мне тоже не понравился. Слишком медленная тема. Все эти топоры. Ой, не топоры, молоты. Молодцы. Че, где выход? Путите меня. Че такое? Плати или проваливай. Вы разгневали богов. Всего один небольшой удар, и вы мертвы. Чтобы снять проклятие, нужно убить 10 врагов. Че я сделал? Проклятие. Бля. Страшилка, бля. Че я сделал? Не убил себя. Ну ладно, с такой штукой не страшно. Бля, нет! Да что, блядь, вот тупая склянка мне мешает теперь. Я боюсь. А, у меня же есть 5 штук. Я по рофлу проверить. О, бля. Что я делаю, блядь? Страшилка. Я боюсь умереть. Я не хочу умирать. Так, фиолетовая. Ну, красная покруче, наверное. Нет! Не умирай! Блядь, не то! Нет! Нет! О, проклятие снялось. Фу, бля, страшилка. Все, я больше не буду так делать, извините. Вон. Жесть страшно. Тюремные башни. Там, по-моему, вторую локацию за сколько? За 4 минуты надо пройти. А третью за 8. И тогда будут бафы, да. Не, ну канализация это жопа. А, тут за 8. Блин, слишком долго ходил. Но если бы я не боялся, на самом деле, тупо пёр, то я бы добежал. Так, костюм камикадзе. Роли в корне поменялись. Вы можете блокировать. Так, понятно. Так, штурмовой щит. Чё, попробуем. Посмотрим, точнее, что это такое. Так, из этого чё-то я хочу. Специализированный магазин. Разблокирует особый магазин в тюремных камерах. Там вы найдете всевозможные редкие диковинки для опытного и взыскательного покупателя. Позволяет вам носить запасное оружие. Зажмите кнопку взаимодействия, чтобы освободить рюкзак. Че, взять рюкзак? Или лучше шмотки эти? Быстрый лук. Если в цель застрял 3 или больше стрел. Ну вот это прикольно. О, лук пехотинца. Красный и синий. Вообще кайф, давай его... Чуть-чуть не успел. Давай просто посмотрим, что он делает. А, ну, кстати, атакует вперед. Так, так-то прикольно. А, поглощает 75 урона. Минус 71. В скобочках 142 урона. Плюс 62% урона. Блокирует атаки про движение вперед. Без цвета. Применяется самый высокий уровень. Умирая, жертвы горят. Ну, прикольно, но я хочу сейчас красный-синий качать, поэтому не особо. Мусор. Обломки всякого оружия и брони. И некоторые из них выглядят знакомыми. Так, улучшить до качества... Ну, разрыватель связок вкусная тема. Не знаю, хотя уже третий. В принципе, ок.
Модификаторы хочу я перековать. Что у него? Умирая, жертвы горят, бросает гранату. Ладно. Я бы хотел поменять склянку, а то она меня бесит. Честно говоря, она меня бесит. Плюс 17 урона в течение 8 после убийства врага, понятно. Плюс 62% урона носимого в течение 8 секунд и минус 30 полученного урона в течение 3 после ранения. Вот это можно. Это на боссе будет вообще вкусно. Кстати, а что у него вообще есть за синие? Если поблизости... Плюс 26 урона, если поблизости нет врагов. Ага. Это для дальника. Плюс 11 урона при условии, что вы приблизились к установленной ловушке. Убийство в дальнем бою ускоряет перезарядку навыков на 0.42. Ну такое себе. Хочется что-нибудь поинтереснее. Там бессмертие. Всякое такое. Тун. Тру-ту-ру-ту-тун. Тун-тун. Блин. Как я надеюсь, что все нормально слышно. Музыку не слишком громко, меня не слишком тихо. А то с этим, блин, микрофоном и обычной аудиокарты так хреново. Все устанавливаешь, звук как бы есть, а как бы его и нет. Ах ты тварь. Да блин. Ну, а вот они слабые, но мерзкие, конечно. Это мерзость. Блин, я ж увернулся почти. Пинг. Ух, ё. Да прыгай! Ой, блин, вот этот вот чел. Ой-ой-ой. Так. Бульк-бульк-бульк. Бля, опять я эту хрень юзаю. Тупая склянка. Я на нее нажимаю, она наносит мне дэмэдж. Спасибо. Лук бы поинтереснее еще бы найти. Так, сейчас бы не обосраться, как лох, и не это самое, не умереть. А то вне стрима. Ну, короче, вне записи я нормально пробегаю. Я его раза три уже убивал. Но я дальше не шел, ну, типа, тогда будет неинтересно. Я убивал босса. Первый раз я, короче, убивал босса, и я вообще дэмэдж не наносил ему. Там вначале уворачиваешься и нормально. Я бил его так долго, тычковал. Ой. Вон. Вон отсюда. Так, у меня сейчас будет какой-то новый лук, кстати. Если я доживу. Да, чел. Да. О, вот это мне надо. Так, что еще? ХП меньше. Фиолетовый урон. Плюс 15. Ну, в принципе, у меня все нормально. Пойдет. Уверен, что пойдет. Вот тут не... What the fuck? Ой-ой. Блять, что я делаю? Лиз, сумка! Тупая склянка! Все, бегу, короче, к боссу, чисто. Покажу, что с ним делать. Спидраним. На самом деле, можно спидранить первые две. Единственная value. Первые две заспидранить. Чтобы получить дополнительные клетки. Бля, такая вообще лажа. Все, спидраним. Вниз. Нормальное оружие.
общем, как удобно, когда они за дверью. Блин, может получится из-за спидранить и без дэмэджа пройти. Потому что что-то быстро они улетают. Отлетают, я бы сказал. Так, без разницы, берем это. Блин, этот мне не нужен. Вот это мне надо. Блядь, чел. Сука! Блядь, спидран, все, ладно, бежим тогда, ищем выход. Не тут. Сука, гандон нанес мне дэмэдж. Бля, где выход? Блядь, бежать. Мне нужно получить молекулы. Вот, тропа обреченных, норм тема. Вот через нее проще всего. Потому что вонючая канализация там нет. Там и мобы сильные, и мерзкие. О, сейчас получим супер этот. Супер лук. Электрическая плеть, кстати, 4+. Блин, нормальная тема. 219. Амулет с топазом. Удары сверху вниз поджигают землю. Блин, хочу молнию. Молния, кстати, вообще прикольная штука. Сейчас посмотрим, что лучше. Молния или лук. Так, где у нас лук? Лук пехотинца. Ну, он у нас еще красный. Вообще кайф. Так, чё, костюм скелета дать? Огнева херня, 100%. Ну, гов, быстрый лук. Так. 219, а тут 382. Выпускает стрелу вверх. Наносит критический удар на малом расстоянии. Вообще ж прикольно. Так. Улучшить до качества плюс. Выстрел прошивает первую цель. Ну вот этот я прям хочу побегать с ним. Применяется самый высокий уровень. Выпускает стрелу вверх. Плюс 7 сторон, если враг оглушен. Ага. Последний в связке из 3 ударов будет критическими. А, плюс 50 урон, когда у вас максимальное количество здоровья. Пойдет. Давай некромантию хочу. Все, эту луку можно чистить всю. Можно попробовать чисто с лука пострелять. Я так понял, чем мы ближе, тем больше дэмэджа у нас. Ну, критические удары появляются. Со стрел. Ну, прикольно, что лук и... Ух, ё. Прикольно, что лук, и плюс он еще прокачивается от красного. О, ваншот. Это гандон. Тут вообще куча дэмэджа вообще. Этих ваншотает, этих ваншотает. Мэнается, да. Оп. А, понял. Ножка. Ау. О! Так, надеюсь, это не тупик. Не тупик. Ну вот, синий можно вкачать. Подожди, а лук этот красный, что ли? Зачем тогда синий качать? Тут больше хп будет.
Это лук полностью красный? Я думал, он чуть-чуть синий. У меня очень мало хп на самом-то деле. Теперь мне надо какую-нибудь эту ловушку в скобочках. Как она называется? Какая-нибудь турелька и изи босс будет. Изи босс, изи вин. Ну да. Чё этих турелей столько? Не турели, а как они? Да отвяньте! Плюс жесть вот этих. Ух. Как они называются? Короче, дающие. Дающие, в общем. Бля, все. Я себя не слышу, я такой тупой становлюсь. Мне кажется, я несу вообще полную хрень. Так, тут что-то есть? Тут, по-моему, просто монетки. О! Да это ж херня. Так, вот тут монетки. Фу. Труп. Это просто перемещает. Да, блядь, смотрите, сколько этой херни тут. Вот это мне надо. Чё красный? Да, ёпрасте. Блин, мачете и револьвер. Ну, блин, парные кинжалы. У меня 522, эти 259. Нет. Херня. Двойной арбалет. Это вроде же ставится, да? Во, это мне надо. Ну, не очень много дэмэджа. Какая-нибудь штука в виде... Как она называлась там? Подрезатель сухожилий. Ну, дошли. Ну, вот это изичная вообще лока. Тут просто идешь прямо и все. В сравнению с канализацией. Ну, канализацию тоже надо будет как-то зачистить прям полностью. Надо вообще сесть и зачистить все полностью, желательно не получив дэмэджа еще. Так, во, мачете револьвер 5. Вот это уже поинтересней. Ну, хз. Смотря какой крит будет. Сго. Хотя я другой не посмотрел. Чё там в других было? Ну-ка, ну-ка, кто это у нас тут? Так, 32, быстрый лук. Классический костюм привратника, ледяной щит. Вот из этого вообще хрен знает, что взять. Привоз товара, обновляет ассортимент магазин за очень разумную цену. Супер хрень какая-то. Случайный стартовый щит, случайный стартовый лук. Ну давай, может лук поинтереснее будет давать вначале. Урон 500, быстрый лук. Почему он красный? Он тоже красный? Лук пехотинца. Тут 551, тут 500. Ну тут 500, ой, тут точнее 15 стрел. Если у этого 8, то там 15. И сейчас его можно еще прокачать будет. Давайте просто проверим. Так, качество плюс 600. Ну ладно, пойдет. Так даже интересней. 80 урона, если враг отравлен. Херня. Выстрелы прошивают первую цель насквозь. Тоже херня. О, улучшить до качества плюс-плюс можно было. Блин. Я думал только до плюса. Так, инстинкт оружейного мастера. Ускоряет перезарядку навыка. Кстати, блин, я не понимаю, какого навыка? Что это значит? Ту-ту-ту. Все,
Дойти до босса, это моя цель. Моя цель дойти до босса. Кстати, я же могу эти шмотки превращать в золото. Точно, что я так не делаю. Воу! А, можно зажать. Фига тема. Фига тема. Там такой расстрел жесткий. Да блин. Жесть. Ну вот это уже оружие мне нравится. Это уже поинтереснее будет. Что, где враги? Плюс у меня арбалет есть. Нормально, нормально. Да, как тебе попасть? Ой-ой-ой. Бля. Понравилось, да? Да блядь, что за дэмэдж? Твари. Блин, вторая атака станет. Это же вообще имба. Фак. Хорошо, что немного дэмэджа. Блин, ну лук красный вообще тоже тема. Брутальность увеличена. Я мистер Бруталити. Блин, тут нужна какая-то способность. Я только одну способность открыл. Еще? Дай мне еще. Все, 690. Не знаю, хватит ли это на босса. What the fuck? Так, хилка. Так, шотс, электрическая плеть. Ну, я не прокачивал. Урон, когда у вас максимальный ключ здоровья, остатки жертв взрываются. Блин, если бы я качал, сейчас я чисто качаю красное. Можно на разок зеленое вкачать ради хп и все. Блять, тут надо прыгать. Я такой тупой. Это что? Да один чертеж схема. Ого, сколько мне тут их дают. Я не знаю, на разок можно взять чисто. Хотя тут, ну, 14 УЗ мало. Ну, плюс еще 15 дэмэджа. Я босса вынесу очень быстро. КП не понадобится. Хотя там такие атаки мерзкие. Возможно, и понадобится. Ладно, если еще одну найду, качаю ХП. What the fuck? Кебаб вкусно. Кебабыч вкусно. Да бля. О-о-о. Пойдет. Давай возьмем. Он не успел это сделать. Так, чё? Тут уже проход вниз-то. Да, тут вонючий этот продавец.
О, я надеялся... Блин, где телепорт? Почему нельзя поближе было сделать? Но я-то надеялся, здесь уже проход. О, один секрет. Секреты так помечают легко. Там было видно, что можно было разбить. О, сошу. Лимонка, пойдет. Сколько она дэмэджа наносит? 278. 80 урона, если враг отравлен. Ну, такое себе. Можно было и получше. Так, где выход? Как я этих челов пропустил? Блин, ничего интересного, оказывается. Тут просто переход. Вот сколько мне дают свитков. Нормально они сыпят. Блин, хп, кстати, нету. Больше. Блядь. Не хотелось бы умереть. Фух. Взять на всякий случай. О! О! Ого! Это, по-моему, самый... Это самый легкий выход был. Потому что до этого всегда я искал капец долго. В самом конце надо было дойти до конца карты, понять, что в конце ничего нет. Искать каждый в путь вниз. То есть не супер быстро это было. Ну, найс, сейчас будет босс. Так, 16 клеток. Це мало. Так, что можем прокачать? Перековать модификатор. Тут и так плюс. Можно вот это сделать до плюс-плюс. И это сделать до плюс. Так, что-то хочу умира... 900... В принципе, все норм. Хотя 80, если враг отравлен, вот это можно убрать. Плюс 60 урона, если враг истекает кровью, выпускает стрелу вверх, выпускает стрелу перед вами. Увеличивает скорость на 5% после убийства врага. Урон, если враг отравлен. Плюс 40 урона целям пораженным электричеством, умирая, жертвы горят. Ну, понятно. Для босс-файта все херня. Так, что тут можно сделать? Тут надо что-то красное. В течение после убийства врага нанесет урон, полученный урон в течение трех после ранения. Вот это можно, да. Ну шо, дядя? Не, думаю, сейчас будет изи, по идее. У меня миллион хп, у меня миллион урона. По тысячу на каждом оружке, считай. Ну, по 900. 900 плюс 900 тысяч. Не, подожди еще. Привратник. Короче, вот так вот. Голову его залутаем. На телемонку. Не, он отлетает очень быстро. Ой, вот эту фигню хрен пристрелишь. О. Да, он очень быстро улетает. Блин. Да. Ну нет, это изи. Мне дали очень много свитков. Я его проходил и с тремя свитками. Ну, в общем, такой вот босс. Неджин терзешь. Тяжелый арбалет. Кость. Нафиг она мне нужна. Ну, следующий уровень. Ну, сейчас я тут быстро отключу, мне кажется. Сколько всего боссов надо загуглить?
Чтобы знать, к чему готовиться, сколько проходить. О, 15 минут. Хай. Так. 1730. Оно мне надо? Хочу. 1730. Оно мне не надо, да. Так. Что можно перековать? Улучшить до плюс-плюс 2000. Плюс 100% наносимого урона, плюс 100% к получаемому урону. Блин, нет, не хочу. Плюс 40 урона, если враг горит. Плюс 70 урона, если враг оглушен. Выпускает стрелу перед вами. Нормально. Так, приносите клетки, шанс попадания качественных предметов вырастет. 0% найденных предметов будут качество плюс. 5% уже лучше. А, подожди, я что, зря это отдал? Сюда пройти можно? Тяжелый арбалет. Кстати, он этот... ну это турелька, скорее всего. Этот ничего нам не дает. Ну, нормально, мы одну хилку потратили. Но нам очень много насыпали свитков. Я могу так сказать, это в первый раз так. Так, туда я пока не могу. Деревня на сваях. Пойдем туда. Тут развилка, там, по-моему, три места, куда можно пойти. Но в одно место нужно карабкаться по стенам. Я такой пока не могу. Нема. Карабкаться по стенам нема. Что за карбачелы? О, поджигает. Это что за херня? Бля, крабачелы стрёмные. О, повар. Ну что-то супер дофига стоит. Вот эти, конечно, мерзкие твари. Бля. Хватит высирать их. Насрал. А насрать. Бля, не могу туда. Не скидай. Так, выше не могу. Челы. What the fuck? Он... Этот что ли, блин? Зеницу. Зеницу, это ты. Так, 166. Всего плюс 75. Но это я чисто ради брал этого. Но мне красный надо качать. ХП вроде дохера. Еще каждую дверку надо прочекать. Что здесь? Кто здесь? О, продавец. Продавец и все. Ну, нормально, они тут живут. Уа. Я тут был? А, ну да. Короче, вот эти челики, которые кидаются, вот тут самые мерзкие, да. Нужен ключ от дверей. Где я возьму? А куда мне идти? Туда, что ли, обратно? Вау. На тебе крит.
Блин. Крит. О, ключ. Ключ. Сейчас дадут ключ. Да, выстрел, ваншот. Это вкусно. О, ключ. Так, понял, как это работает. Блять, он сразу стреляет. Тварь. What the fuck? Они еще и телепортируются. Это что, честно? Ух, спасибо, что ХП так много восстанавливает. Открыто. Вкусненько. Че, еще красный брать? Почти 2000 хп. Не! Блять, тварь. Видели? Это ненормально. Вон. На один чертеж. Цепкая плеть. Угу. Но это точно телепорт. Блювас работает как телепорт, то нужно... Бля... Блять, так много! У меня уже нет хпшек. Да ё-моё! Хватит! Страшно до жопы. Блять, откуда? Что это вообще такое? Мега тварь. Не хочу с той штукой сражаться вообще наверху. Ой, бля. Отвянь. Четыреста хп осталось. Тысяча урона нет. Мало. Блять, еще ключ искать. Это выход. Это выход, но нужно супер аккуратно. Убей одного хотя бы. Я не знаю, что делать. Пойдет. О, жесть. Бля, вот этого бы убить. Все, я не фрик. Я не фрик, но эмоции, эмоции. Нытье плюс эмоции равно контент. Блять, так тупо. Я не ту кнопку жал, вы понимаете? Вы поняли? Я типа жал этот лук, а мне надо было не лук. Лук, ты мне не друг. Так, что тут из чего? Можем взять какую-то фигню. Привет, друг. По экспериментам, каким улучшением займемся сегодня? Ну, это улучшай. Почему с тобой поговорить нельзя? Странно. До этого можно было. Ну что ж, на этом закончим, наверное. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите, в какую бы игру вы хотели, чтобы я еще поиграл. Может быть, хоррор какой-нибудь. Все. Всем пока.